Доброго времени суток, дорогие коллеги, с вами Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online. И сегодня мы с вами по традиции поговорим о том, что такое промо-акции, как подарки автоматически падают в заказ, где забрать шаги по стартовой программе, где забрать привилегии, что такое объемная скидка, куда она начисляется и как она списывается и так далее. Итак, для начала мы с вами зайдем в кабинет. Новичка. Шишкина Екатерина Андреевна. Мы уже вышли на, как вы видите, вышли на 1700 баллов, то есть перешагнут рубеж 15%, и понятно, что выплаты очень даже привлекательные. Во-первых, на этом уровне можно, если построение структуры такое, какое рекомендует ваш наставник, открывать уже перевод денег на расчетный счет банка. Я думаю, что такой лидер будет уже в плюсе. Во-вторых, смотрите, у нас с вами показывает прошлый период, сколько новичок был, уже не новичок, да, и сколько он сейчас, да, то есть все баллы ежекаталожно пересчитываются в деньги, и мы их получаем, если сделали ЛО 50 баллов. Итак, тут ЛО минус 80 баллов, это потому что в прошлом каталоге мы заказывали очень много одежды от Ахмадулиной, есть то, что нам не подошло, мало или велико, и мы отправили на возврат, и в прошлом каталоге эти баллы не сминусовались, они сминусовались уже в этом, да, вот так вот выглядит процедура возврата. Далее, если мы с вами зайдем в раздел «Мой счет» в первый день каталога, то нам очень интересно покажется один факт. Так, давайте нажмем вот грузится. Сайт немножко подтормаживает. Да, вот это денежки, которые вернулись за то, что мы сдали одежду обратно. И вот есть такой раздел, как «Моя ОС». Это и есть наши деньги, которые нам перечисляет компания Faberlic за нашу выполненную работу. И тут, конечно же, непонятно. Да? То есть выплаты в рублях 11 тысяч, молдавские лей 29,76, казахстанские тенге, 1000 тенге, украинская гривна, 122 гривны. И это, скорее всего, это белорусский рубль. Да, я уже путаюсь. И, конечно, нам интересно, сколько же мы в валюте своей страны получили денег. Нам нужно с вами зайти в раздел «Отчеты», чтобы ничего ниоткуда не переводить, и просто распечатать лицевой счет консультанта. Вот это у нас есть. Значит, и нажимаем «Посмотреть». Выбираем валюту своей страны обязательно, да, как вы видите, вот валюта рубль. Вы можете выбрать любую свою валюту, да, и будете видеть, сколько вы заработали. И вот смотрим с вами, да, то есть компания номер 4, значит, 1700 ОЛГ баллов, 15% ОЛГ – это объем личной группы. Вот. Далее, значит, смотрим. И, значит, нам начислилось 10772 рубля. Вот таким вот образом объемная скидка у лидера растет. Да? То есть, когда лидер была на 6%, у него была одна объемная скидка. А когда лидер уже стала на, как даже сказать, стала на 15%, у нее уже появилась другая объемная скидка. Вот таким вот образом вот эта сумма тут срабатывает. Да? И вот эта сумма так и называется — сумма к списанию через ОС. Потому что контрактизацию лидер еще не открыла. И она имеет право от своего заказа погасить вот этой вот суммой 10772 рубля. Итак, идемте с вами дальше. Заходим с вами, значит, оформить заказ и начинаем листать каталог. И там как раз нас ждут самые коварные бонусы за покупку, которые нельзя добавлять из каталога, иначе они придут дорого. Итак, продукцию нужно добавлять по трем основным правилам. Да? То есть мы с вами, по идее, все
можем добавлять из каталога, кроме бонусов за покупку. Смотрим с вами бонусы за покупку. Они так и называются. И их нужно добавлять в разделе промо-акции. Это второй шаг оформления заказа. Вот если мы их добавим не во втором шаге оформления заказа, а прямо из каталога, тогда они нам придут дорого. Вот таких вещей у нас с вами всего лишь 6. И их просто запомнить. Да? Крем для ног Проногие. Вот, концентрированная зубная паста, фитосыворотка, сатиновая помада, объемная тушь Skyline и аромат Charmant. Значит, смотрите, это акция кратная. Что это значит? То есть, если вы купили на, считайте, на 1000 рублей по каталогу, то вы можете забрать 3 крема для ног за 69 рублей. Да? То есть, если 3 крема для ног, тут всего на 109 рублей надо взять, значит, вы сможете взять прям 8, да, 8 зубных паст и так далее. То есть, вот смотрите, да, как тут все, в принципе, понятно. То есть, акция эта идет кратная. И также у нас с вами в каталоге есть подарки. Во-первых, мы с вами можем получить мыло в подарок за 1 рубль при покупке любого продукта Celsius, да, или аромат Fiesta Divita 15 мл, очень шикарный, сладкий, приятный, классный аромат, я вам хочу сказать, женственный такой, он не приторно-сладкий, он свежесладкий, а в подарок за 1 рубль при покупке основного такого же аромата, да, то есть давайте с вами посмотрим, как работают подарки. К примеру, возьмем с вами вот этот вот артикул, пойдем на сайт, да, давайте сейчас с вами выберем продукцию, найдем через, прямо через поисковик, да, вот нажимаем на лупу этот артикул и нажимаем Enter. Сейчас он у нас прогрузится, и мы с вами будем видеть вот эту вот парфюмерную воду Fiesta Divita. И вот эта вот парфюмерная вода, тут прям подписано «Акция» и «Хит». Мы с вами уже будем знать, что она участвует в акции. Если мы добавим 10 парфюмерных вод, таких, к примеру, да, то нам 10 маленьких водичек и вложится в заказ. Вот я поставила цифру 2. Я закажу 2 таких водички, потому что очень классный аромат. И на подарки я его дарю. Прям даже нисколько не сомневаюсь, что она классная. И далее давайте с вами посмотрим при покупке любого продукта Celsius. Да, то есть это может быть любой продукт. То же самое. Вбиваем через, так, минуточку. Вбиваем через поисковичок. Да, вот этот вот артикул. И ждем, пока прогрузится. Да, вот, к примеру, пена для комфортного бритья. Если мы ее добавляем в заказ, да, к примеру, 3 штучки, то нам 3 мыла и должно упасть в корзину. Если мы добавим 10 штук, нам упадет 10 кусочков мыла в корзину. Да? Вот, давайте сейчас с вами нажмем «Оформить заказ» и посмотрим. У меня уже там наложена спортивная одежда для мужа. Вот, но мы с вами посмотрим, вот пена для комфортного бритья и парфюмерная вода Fiesta Divita, да, вот мы ее с вами положили, 3-2, а в самой корзине этого подарочка видно не будет, но мы с вами просто продолжим оформление заказа и увидим, как эти подарочки к нам ложится в корзиночку. Второй раз нажать «Продолжить оформление заказа» нужно, потому что тут нам рекомендуются товары дня. Если вас эти товары дня не зарекомендовали, то мы продолжаем оформление заказа. Значит, заходим с вами в раздел промо-акций. Вот как раз-таки, видите, сереньким посерединке горит, значит, это раздел промо-акций. И смотрим с вами, вложились ли нам подарки. Так, пакет, каталог, так, где наше мыло? Вот, смотрите, нам вложилось 3 кусочка туалетного мыла, потому что мы взяли 3 пены, да, вот за 1 рубль, то есть мы с вами урвали 3 подарка, это просто шикарно. Вот, и значит парфюмерная водичка, мы с вами добавили 2, и вот она в 2 нам вложилась, подарок, да. То есть вкратце мы сейчас с вами получили 5 подарков от компании Faberlic, хотя мы не новички. Итак, давайте с вами посмотрим дальше, пока я не буду завершать заказ. Мы с вами посмотрим оформить заказ в флеш-каталог. Смотрим действующий флеш-каталог.
Эти подарки, кстати, которые мы с вами смотрели, они указаны на страничках каталога. Они указаны на страничках каталога, да? И когда мы с вами листаем, можем видеть такие вот акции. Любые два со скидкой минус 40%. То есть вот такие средства нам с вами надо добавлять отсюда. Они добавятся из каталога, да? То есть они добавятся в корзину дорого. Но когда мы с вами нажмем «Продолжить оформление заказа», позже они уже пересчитаются, да? Вот. Что и хотелось вам показать сейчас. Давайте я куплю, скорее всего. А нет, это не то. Это не то. Микродембразию я открыла. Да, давайте я с вами вот посмотрим. Вот это вот, по-моему. Так, маска для глубокого очищения пор. Вот я эту серию люблю, я ее обожаю просто. И посмотрим с вами, если мы добавим две эти маски, сколько же оно будет, да? То есть мы с вами добавили две маски, она 244 рубля, но тут ее, она показана 269 рублей, да? Мы с вами понимаем сейчас, что оно не пересчиталось, но оно пересчитается в разделе промо-акции как раз. Вот наши самые любимые коварные бонусы за покупку, когда мы с вами можем хиты продаж урвать реально дешево, но не всегда понимаем, что мы можем, если мы будем добавлять вот тут вот сбоку эту сыворотку, то она у нас с вами как раз таки добавится дорого, да, она у нас будет реально дорого и... Ну, просто не нужно рисковать. Если вы хотите подешевле ее заказать, то мы ее заказываем в разделе промо-акции. Да? То есть вот все, что указано таким вот красненьким кружочком и подписано бонус за покупки, у нас их с вами, сейчас я вам скажу, да, 6 штучек, это все нужно обязательно, так, потеряла, где мы, это все нужно обязательно заказывать именно в разделе промо-акции. Акции. Все вот эти вот наборчики, да, вот видите, скидки до 45%, пересчеты, купи одно, одно, другое будет дешевле, еще что-то, да, это все мы добавляем именно из каталога, да, а вот бонусы за покупку мы с вами добавляем в разделе промо-акции. И третий вид – это подарки. И если мы с вами нашли эту акцию, да, подарочек, то нужно обязательно добавлять вот еще один бонус за покупочку, да, был. Подарки тоже, вы добавляете основной продукт, и подарки падают автоматом. У нас был в прошлом каталоге неприятный случай у девушки. Мы добавляли, я ей рассказала про подарки из каталога, она их решила все, конечно же, забрать, как раз было преддверие 8 марта. И, значит, она почему-то добавила и основной продукт, за который дарится подарок, и сам подарок в корзину. И ей... Одна продукция пришла платно, а вторая продукция пришла за рубль. Девушка, конечно же, очень расстроилась, но я ей объясняла, что нужно обязательно смотреть вот это вот видео и обязательно высылать всем своим новичкам, чтобы вот таких вот казусов не было. Вроде бы ерунда, да, и ничего страшного, если человеку пришло там мыло, оно недорогое, но все равно, если человек рассчитывает на подарок, то нужно обязательно... правильно изучить акции. Вот еще один бонус за покупочку, да, вот видите, это мы ищем в разделе промо-акции. И я думаю, что вот была тоже бонус за покупочку, да, у нас с вами. Ой, какая хорошая пудра, мне она очень понравилась. Вот мы с вами видим бонус за покупочку, да, то есть не добавляем из каталога. И вот она, пожалуйста, наша водичка, да, то есть она обозначена в каталоге, что аромат 15 мл подарок за 1 рубль при покупке парфюмерной воды. А без разницы, через поисковик мы нашли, да, или мы нашли это... Вот, пожалуйста, почитайте, можете поставить на паузу, почитать описание, да. То есть без разницы, из каталога мы этот продукт добавляем или через поисковик, да, вот через эту лупу. Все равно
нам упадет аромат в подарок. То есть, смотрите, я сейчас добавила третий парфюм, и у меня должно быть три подарочка. Итак, в принципе, я думаю, что я вам все рассказала. И сейчас мы с вами посмотрим, как же работает списание объемной скидки. Ну, как вы видите, тут я наконец-то заказала себе двухфазный питательный спрей для всех типов волос. Его все хвалят. У нас его не было на складе. Как вы видите, очень много продукции падает в автозаказ. Мужская продукция падает в автозаказ, да, вот штанишки цвета хаки я папе заказала, вот, мужу шортики заказала, себе юбочку, но это все лежит в автозаказе. Туфельки приходят сразу, но 37 размер мне был мал, а у меня нога 37 размера, но у меня она широкая и высокий взъем, поэтому будьте осторожны при заказе, заказывайте обувь на размер больше своей ноги, я думаю, вы будете довольны. Вот, значит, видите, некоторые нижние белье в автозаказ не падают, новиночки, а некоторые падают, да, вот. Дата поступления на склад аж 23 числа, а сегодня у нас с вами первый день каталога, 20 число. Каталог действует 2 недели, поэтому не прозевайте. Все, кто идут по стартовой программе, особенно хорошо, да, хиты продаж у нас тут поменялись. Люди начали делать заказы, да. И вот мы с вами опять в разделе промо-акции. И тут мы видим, во-первых, акции, да. Вот, и смотрите, сейчас я все сокращу. Да, у нас с вами первый раздел – это акции каталога, где у нас хранятся бонусы за покупку и купоны. Потом, значит, у нас акции консультанта, где хранятся стартовая программа и программа по VIP. Далее у нас идут вспомогательные акции, там всякие брошюрки, каталоги и так далее. Потом у нас с вами идут подарки по программе Faberlic Club. Да? Что такое программа Faberlic Club? Это когда мы с вами делаем заказы. Эти заказы весят какие-то баллы, и один балл весит один бонус. Если в прошлом каталоге вы сделали заказ на 10 баллов, в этом каталоге вам начислится 10 бонусов. Если в прошлом каталоге вы сделали 50 баллов, то в этом каталоге вам начислится 50 бонусов. И таким образом вы можете выбирать подарки за бонусы по программе Faberlic Club за 0. Абсолютный ноль. Товары по старой цене, это обычно, ну, там, наверное, скорее всего, ремень, да, а нет, футболка, да, вот такая вот футболка черная, да, вот, и, конечно же, если хочется, размер S очень маленькая, хочется, конечно, можно ее заказать. Вот, далее, значит, выбор упаковки, вам тут будут предлагать, если не надо, давайте свернем, вам тут будут предлагать или бумажные пакеты, или полиэтиленовые пакеты, то есть вы можете выбрать их, можете не выбирать, да, то есть можете не добавлять, можете добавлять. Далее, значит, что хочется вам показать, это акции каталога, да, то есть видите сейчас скидка по купону, полученному в каталоге номер 4, у нас с вами были купончики, и они всех ждут в разделе промо-акции. Когда вы нажимаете «Выбрать товары», вы видите, что вам с 50% скидкой вы можете выбрать 15 товаров. Да? Смотрите, товар, цена каталога, наша цена, да, 184 рубля. То есть скидка у нас с вами, да, 370 от красной цены или от, минуточку, так, 249 поделить на 2. Ой, минутку. 249 поделить на 2. Получается 124. Значит, от черной цены, да, от черной цены 370 делим на 2. Получается 185, да, 184 рубля, то есть скидка идет от черной цены каталога, но она у вас все равно выгоднее, чем по цене консультанта, если у вас будет скидочка, да, вот. И тут вы можете, обратите внимание, какой огромный список, можете заказать себе очень много всякой разной продукции, и колье, и часы, и рюкзаки, да, можете заказать, да, вот можете заказать брошь, кстати, очень красивая брошь, у меня дочка ее выпросила, я купила, ей очень понравилось, да. Очень хорошие запеченные тени для век. Кто еще не пробовал заказывать, я рекомендую. И давайте с вами еще вот что посмотрим. Так, 333 рубля. 333 поделить на 4,44. 75 рублей балл. То есть вы берете по акции, и эти баллы полные, они идут не половинчатые.
Я очень часто заказываю какие-либо вот эти вот за полцены вещи с такой вот скидочкой, да, как вы видите, у нас с вами идет скидка очень даже хорошая, да. Обычно я заказываю блюр-крем, это обязательно закажу, да, вот. Матриджиник это 60 плюс, Реноваш это 50 плюс, Гардерика это 40 плюс, и вот ультрапитание для сухой кожи. Вот, скорее всего, вот это вот нет, это тоже Гардерика. Сыворотка хайлайтер, вот очень ее хвалят, я ее с удовольствием попробую. Ну, то есть вот таким вот образом я могу набрать себе продукции, какой мне хочется из предоставленного выбора, да. Ну, как вы видите, выбор не маленький, вы можете не забирать, можете забрать, допустим, все свои купоны. Вот, значит, поехали с вами дальше. Химический пилинг с аминокислотами, многоразовый липкий роллер набор, вот, кстати, очень хорошая штучка, очень-очень хорошая штучка. Концентрированный гель для стирки особых тканей, жидкий стиральный порошок для темных тканей. То есть, ну, тут на самом деле есть что выбрать, но тут уже баллы половинчатые идут. Поэтому смотрите, парфюмерная водичка, Юдашкин Голд, Юдашкин Роуз, обе воды у меня есть. Вот, ну да, в принципе, есть что выбрать. Сумку женскую мы с вами не видим, но, к примеру, мы с вами можем вот так вот сейчас скопировать артикул и пойти поискать. Да? Давайте с вами посмотрим. Кстати, наша косметика Дом Фаберлик победила в конкурсе «Хрустальный лотос». Это просто здорово, это просто классно. Первая награда в 2017 году. Это средство, которое объединяет высокую эффективность, бережное отношение к природе, и очередной хрустальный лотос достался нам по праву. Поздравляем дивизион косметики для дома с победой и желаем новых наград. Конкурс на самом деле престижный, классный, и я очень-очень довольна. Давайте же посмотрим, как можно смотреть, выбирать продукцию. То есть мы с вами вбиваем артикул и видим сумку. Сумку мы, наверное, не увидим. Очень даже интересно, но непонятно. Очень красивая современная сумка, прекрасная добротная массивная цепи на ручках, материал прочный, рельефный. Ага, скорее всего, это леопардовая сумочка без застежек сверху, но она такая вот интересная, да? То есть, ну, я думаю, идею вы поняли. А если чего-то тут нет, то, скорее всего, вы сможете найти. А потом мы с вами нажимаем выбрать. Все, что мы выбрали. А тут мы можем редактировать. Допустим, я могу заказать сейчас еще добавить по одной вещи, если мне хочется. Да, могу добавить, могу убрать. Далее, значит, вот идет бонус за покупки. Объемная тушь. И я нажимаю выбрать товары. И мне показано, сколько я могу забрать туши. Конечно же, мне столько не надо. Я могу посмотреть, что это за тушь. Да, то есть вот такая вот тушь. Ничего про нее не могу сказать, я ее не заказывала. Аромат Шармант, это легкий, сладкий, нежный аромат. То есть вам тоже тут покажут, сколько вы можете штучек забрать. Мой любимый аромат это Платинум и Пуртужур. Сатиновая губная помада, увлажняющая, очень, кстати, хорошая. Да? Тут вы можете посмотреть, какие оттеночки тут есть остались. Ну вот, если бы у меня не было помады, я скорее бы всего этот оттенок забрала. Вот, далее, значит, крем для ног про ноги. То же самое открываете и видите. Крем масло питания, восстановления и крем для ног дезодорирующий, пролонгированный эффект. Вот, кстати, очень хорошая вещь. Я его брала, возьму еще штучку. Вот, фитосыворотка Ice Cream. Она у меня как раз заканчивается. Хочу сказать, что у меня о ней очень-очень хорошее впечатление осталось. Я еще буду заказывать и буду заказывать, и даже если она не будет по акции. Я нажимаю выбрать, я наношу на все лицо и на декольте, поэтому такие сыворотки у меня, если честно, заканчиваются быстренько, но я думаю, разнообразить уход за кожей, так как мне 33 года, очень даже правильно. Итак, акции консультанта раздел. Тут мы с вами забираем VIP-программу по итогам второй кампании, и мы с вами забираем стартовую программу. То есть мы нажимаем выбрать.
Нажимаем «Выбрать». И вот смотрите, в первом списке ничего нет. Это значит, что как только продукция появится, вы можете забрать ее в следующем каталоге или в конце этого каталога, если, к примеру, вдруг вам захочется сделать второй заказ и так далее. Поглядывайте. Список 7 я уже добавила. Список 8 я добавила. Крем для чистки металлических поверхностей. Обратите внимание, всего лишь 19 рублей. И вся вот эта вот катавасия мне досталась за 99 рублей. Это стартовая программа, шаг 6. Очень выгодно делать именно 50 баллов и делать 100 баллов, как вы видите. А далее, значит, VIP-программа по итогам четвертой кампании. Тут вы можете выбирать продукцию. Очень интересно тоже, да, она долго грузится, потому что выбор большой. Во-первых, вы можете сейчас, Екатерина, на уровне VIP-2, то есть она больше 3 каталогов делает подряд по 100 баллов, и ей доступно один продукт с 70% скидкой, очень-очень шикарно, да, то есть выбор, как вы видите, огромнейший. Ага, вот прям огромнейший выбор. Тут прям ни конца, ни края нету, да. Вот смотрите, где бегуночек. То есть лаки, все, муссы, колготки. То есть можете выбрать все, что вам хочется. Я уже выбрала, да. И также вы можете выбирать... Простите, закрыла нечаянно. Список номер 2. Мы с вами можем брать любые... каталоги, да, то есть мы можем с вами взять 20 каталогов по 20 рублей, это круто. Я их дарю своим новичкам, кто ко мне приходит домой регистрироваться. Далее, значит, список номер 3. Это пробники туалетных вод, не более 10. Список номер, так, нечаянно, список номер 4. Это 10 пробников косметики для дома любых за полцены. И список номер 5, это также не более 10 пробников увлажняющей губной помады и так далее, да, то есть тут скорее всего одни помады есть. Губная помада, да, ну тут пока одна губная помада. Вот что я хочу сказать, то есть вы можете взять 30 пробников как VIP-консультант за полцены. Вы можете продукцию показывать людям, можете ее дарить своим новичкам, которые у вас недалеко находятся, да, от вас и так далее. То есть это очень-очень удобно. Когда вы все это добавили, нужно обязательно пройти вниз и нажать кнопочку «Выбрать». После того, как вы все добавите в корзинку, нужно обязательно нажать кнопку «Применить изменения». Если вы не нажали кнопку «Применить изменения», то ни Faberlic Club ничего у вас не добавится. Поэтому нужно обязательно нажать «Применить». После того, как мы с вами применили изменения, нам очень часто говорят, так как сумма нашего заказа увеличилась, нам говорят, появились новые возможности в акциях. Но если вам ничего не нужно, вы можете ничего не брать и просто пройти вниз. И давайте с вами подытожим. Во-первых, мы взяли с вами фитосыворотку по суперскидке. А потом мы с вами взяли дезодорирующий крем для ног по смешной цене. Да? Цена реально смешная. А сколько он миллилитров? Вот мне интересно, да? То есть вы можете посмотреть, сколько он миллилитров. 75 миллилитров. Это хороший объем. И вот то, что он делает, да? Вот у него состав, вы можете посмотреть. И как применять, можете посмотреть. То есть все тут есть. Еще иногда бывают отзывы. Далее, значит, мы с вами взяли блер-крем по купонам, да? И тут все подписано. Скидка 250 рублей по купону. Вот тоже взяли по купону. Также мы с вами взяли многоразовый роллер по купону, опять-таки. И мы с вами взяли чистящее средство за 19 рублей, средство для чистки мытья стекол и зеркал за 19 рублей, да, очень смешная цена, крем для чистки металлических поверхностей за 19 рублей. И причем это у нас с вами еще и весит баллы, 0,26 балла. Причем самое, что интересное, давайте 19 и 8 мы с вами делим на 0,26, это получается 76 рублей балл. То есть это не половинчатый балл, заметьте, хотя это акция. Мы с вами набрали пробников, ну за них, конечно, 0 баллов бывает, но за них всегда по нулю. Значит, мы с вами взяли 20 каталогов
по 20, один каталог по 20 рублей, так, каталоги, я, вот 20 каталогов, да. Далее, что мы с вами взяли, DD-спрей, мы также с вами взяли, это 70% скидка, этот DD-спрей уход, мы взяли как VIP, да, программа VIP с 70% скидкой. То есть, обратите внимание, да, три подарка мы с вами забрали, мини-версии Festa di Vita, да, вот очень удобно дарить наборчиком, а то, что вам этот наборчик всего в 700 рублей обошелся, да, обе водички, никто и знать не будет. А мы с вами получили в подарок три мыла за то, что мы купили три пены для бритья, да, тоже вот 184 рубля, пена плюс мыло, тоже может пойти как дополнительный какой-то подарочек к чему-то, да, или как самостоятельный подарочек. И мы с вами урвали действительно дорогую маску для глубокого очищения кожи Эксперт, реально дорогую, реально классную, за вот такие вот копейки. Эта маска работает просто великолепно. А также, как видите, я взяла много салфеток, потому что на них скидка, а мы очень часто едем по всем торговым центрам, и влажные салфетки с антибактериальным эффектом мне всегда нужны. Всегда нужны. Вот. И тут уже пошла продукция. Что-то упало в автозаказ, что-то упало так. Когда я нажимаю кнопку «Продолжить оформление заказа», мне напоминают, что заберите, пожалуйста, подарки по программе Faberlic Club. А Faberlic Club – это отдельная программа, которая идет на постоянку. Если вы ежекаталожно делаете заказы, баллы у вас не сгорят. Вы можете почитать условия по программе Faberlic Club. А если вы зайдете вниз, нажмете «Акции программы», акции программы, и вот она VIP-программа. То есть до нее добраться легко. Два раза нажали на кнопочку, ой, не VIP-программа, а Faberlic Club, да, мы с вами говорили. Вот, подарки дарятся от 15 бонусов. Тут правила получения этой программы и каталог подарков. Подарки самые наизнаразнейшие. От 15 бонусов подарочки до 2250 бонусов. Давайте посмотрим, что это за подарок. Если мы с вами отсортируем один товар, вы можете забрать натуральный 100% махровый банный халат и набор из трех полотенец. Я думаю, шикарно, да, потому что косметики у нас с вами много бывает. А, да, можете забрать набор постельного белья за 2100 бонусов, то есть вы можете накопить и взять такой вот набор. А что в него входит, вы тоже можете посмотреть. Да, в набор входит 1 евро простыня, 1 пододеяльник и 2 наволочки. Материал поплин, 100% хлопок. Размер 240 на 220, пододеяльник 175 на 217 и размер наволочки 50 на 70. То есть вы можете сделать все. Ну, понятно, что мне пишут, что у вас недостаточно бонусных баллов, но я вам просто показала, как ориентироваться, чтобы вы могли о любом продукте почитать. Да, о любом продукте почитать. То есть я сейчас на 720 бонусов могу забрать много подарков. Допустим, смотрите, 720 я делю на 15 бонусов, да, подарочки от 15 бонусов, и получаю 48 подарков. То есть, смотрите, к примеру, я могу забрать огромный 48 гелей для умывания для всех типов кожи. Шикарно? Шикарно. Вот такая вот программа Faberlic Club. Вот почему я на ней так остановилась. Далее с вами смотрим. Мы с вами все посмотрели. Да, заказ у меня большой, но у мужа на самом деле все закончилось. И зубные щетки надо менять, и нижнее белье хочется новенькое, потому что весна на улочке. Да, и рубашки он у меня попросил. И туфельки мне были малы. Я их вернула на возврат и заказала 38 размер. Вот, смотрим с вами дальше и смотрим счет по заказу. Да, у меня получилось много. Да, счет по заказу 27 тысяч. Но к оплате скидка списалась у меня 12 758 рублей. Да, это скидка списана. Во-первых, когда я нажимаю «Утвердить заказ», если у вас есть автозаказ, вы можете от него, во-первых, отказаться. Но я не рекомендую, я всегда все автозаказы дожидаюсь, и продукция приходит нисколько не хуже, просто там на неделю позже, да, к примеру. Вот.
Во-вторых, смотрите, сумма к оплате 7295. Почему так мало? Во-первых, у нас с вами списалась ОС, и автозаказ можно оплатить отдельно. Также вы можете нажать кнопочку «Хочу со строчкой платежа». И тут у нас с вами все права предоставлены на это. И вы можете оставить заявочку, да, допустимый возраст для срочки платежа от 18 до 70 лет. То есть моей дочке сейчас на данный момент, да, это кабинет моей дочери, нет 18 лет, и ей не предоставляется срочку платежа. Вот, да, то есть а со своего кабинета, если вам более 18 лет, вы сможете получить данную скидочку, да, то есть вот. То есть надо отправить все документы купли-продажи и так далее. Вот, далее, что мы с вами еще раз посмотрим, как у нас списалась объемная скидочка и как у нас к оплате получилось, да? То есть, если мы с вами сейчас что-то забыли добавить, мы можем разутвердить заказ. Оплаченные заказы можно разутвердить, пока он не пошел на сборку, только по просьбе регионального менеджера. То есть вам надо будет написать в раздел «Обратную связь» региональному менеджеру. Обратная связь находится в личном кабинете, в разделе вот, да, она, «Обратная связь». И тут вот у нас с вами идет сборка, доставка, выдача заказов. Вот тут вот можете написать. Или в разделе «Бизнес» обращение к региональному менеджеру. И тут пишите «Разутвердите мой заказ». И региональный менеджер может вам его разутвердить. Ну, конечно же, поздороваетесь и так далее. Далее, что мне хочется вам рассказать, это то, что если вы можете посмотреть свой агентский пункт, куда он придет, какого он числа придет, да, дата предполагаемой доставки 24 числа. Далее, значит, вы можете нажать подробнее и увидеть график работы, номера телефонов своих агентских пунктов и позвонить. Да, иногда такое бывает, что, допустим, у нас раз такое было, что я забирала заказы далеко, я ездила за 30 километров за заказами, у нас недавно только открылся агентский пункт в нашем поселке Мурыгина, до этого его не было, и я звоню, не позвонила и приехала за заказом, потому что мне пришла смс-ка. Прихожу, двери закрыт, я девушке звоню, говорю, что такое, мне было неприятно ехать, потому что я ехала час на автобусе. А она и говорит, у меня, говорит, срочно вызвали ее в садик забрать ребенка, потому что у ребенка высокая температура. И с этого момента я всегда звоню. Кстати, вот такое было всего лишь один раз за 2 года, чтобы менеджера АП не было на месте, но бывает, что его не бывает. Поэтому всегда звоните перед этим. И если вы заказываете на себя, а забирать за вас идет кто-то другой, то вам нужно тоже обязательно позвонить, и вам нужно тоже обязательно предупредить, чтобы за вас забрал кто-то другой, да, и чтобы ему это выдали, этот заказ. Вот, ну что ж, я думаю, все в порядке. Оплатить заказ нужно обязательно, чтобы у вас были денежки на счету. А когда вы ложите денежки на счету, они у вас отображаются в кабинете в разделе «Мой счет». И компания Faberlic, когда вы ложите денежки на счет, она у вас никогда их не снимет. То есть у вас ваш счет так и будет, ваш счет так и будет висеть, пока вы не, как вам даже сказать, не нажмете кнопку «Оплатить заказ». То есть вам нужно зайти в раздел «Мои заказы» и нажать «Оплатить». Вот тогда заказ будет считаться оплаченным. Также есть новое правило. Да, видите, на 19 тысяч, а к оплате всего 7 тысяч. То есть такая скидка срабатывает из-за того, что у лидера есть объемная скидка. Да? И за счет объемной скидки лидер платит намного меньше. Итак, нажимаем «Оплатить заказ». У нас с вами там 160 баллов. Да? И кнопочка «Оплатить». И подтвердить оплату. Вот тогда заказ сделан и оплачен. У нас с вами получается. Его можно разутвердить. Только после через оплаченные заказы не разутверждаются, да, его можно разутвердить
только через регионального менеджера. Если вы утвердили заказ, то его можно разутвердить и что-то добавить, если вы что-то забыли, до, минуточку, до, по-моему, статуса «Готовы к сборке». Если заказ уже собирается, его тоже нельзя разутвердить. Но региональному менеджеру можно позвонить и попросить отменить этот заказ, удалить его, чтобы он уже не шел на сборку, и сделать новый. То есть вот так вот. Поэтому будьте внимательны, прежде чем утверждать и оплачивать. Да? Подумайте еще, допустим, может быть, что-то вы забыли. С вами была Кононова Аня, интернет-проект Фаберлик Онлайн. До встречи в новых видео. Если видео было полезно, я прошу написать под видео комментарий, что вы его посмотрели, вам все понятно. Если вам непонятны какие-то моменты, то также пишите вопросы под этим видео, я вам обязательно отвечу. И не только отвечу, но если я не смогу ответить на них письменно, то я обязательно сниму видео и к вашему ответу прикреплю видео. Всем пока-пока. Желаю всем роста, удачи, везения во всем, вдохновения, дорогие коллеги.